Один день, значит, озадачили меня в садике. Мой сын ходит в садик. Сказали, значит, сделать кораблик из дерева, песочницу кораблик. Вот такой кораблик мы будем делать. Значит, здесь вот сиденье у них будет. Потом штурвальчик, который будет крутиться. Здесь вот как бы парусник у них будет. Там сзади вот шток для флажка. Вот решил я быстренько им сделать поэтапно. Здесь вот все у них открывается. Там будет лежать инструменты их, лопатки, формочки и так далее. Вот мое дело такое сделать, остальное их покрасить. Внутри, значит, сделать, обшить пленкой, потом уже песок они сами загрузят. Ну, начинаем все. Кораблик со сборки каркаса. Нам понадобятся бруски 5 сантиметров на 4 сантиметра. Вот такой будет каркас. Длина, значит, вот прямоугольной части 1,30 м, а сама ширина кораблика, значит, будет 75 сантиметров. Это вот как бы передняя часть каркаса. Здесь заранее рассверлил отверстие, чтобы утопить саморезы. Здесь тоже самое. Так. Везде, короче, рассверлил, чтобы было соединение попрочнее. Вот. Сейчас дальше собираем. Уже я заготовил по этим размерам доски, обкатал их и будем поэтапно собирать. Сейчас сделаем боковые стенки, задние, вот здесь вот передние, внутренние и вот здесь вот. Вот стенки, значит, мы сделали, доски закрепили на саморезах, как я сказал, заранее уже рассверленные. Вот. Вот сюда еще одну доску надо поставить. Вот так примерно. Идем дальше. Все детали, значит, доски обрабатываем. И где у нас будет крепление, рассверливаем сверлом отверстие, чтобы при закреплении не трескалась доска. И для удобства края обкатываем, значит, фрезой полукруглой. Вот так. Все детали я так сначала обработал. И вот сейчас так, ну вот сиденье взял, собрал. Здесь вот чуть-чуть спинка надо было сделать. Если сбоку посмотреть, вот такая вещь. Просто под наклоном делаем вот эту вот речку, чтобы чуть-чуть наклон был. И все. Остальное. Здесь понятно, здесь тоже закругление сделал, чтобы им больно. Дети есть дети. И вот у нас задняя часть. Продолжаем дальше. Передняя часть кораблика закрыл такими речками. Закруглил, обкатал. Потом вот сделал имитацию спасательного круга. Мы его поставим сюда. Поставим, будет нормально. Так. Здесь будет. Здесь надо сделать крышку, чтобы они здесь сложили свои инструменты, лопатки всякие, формочки. Вот. Сейчас мы будем делать крышку. Ну, вот крышка готова. Это я сделал из остатков досок. Просто тоже все
края обкатал. Вот здесь сделал такую имитацию ручки. Открывается. Вот. И здесь внутри они могут складывать свои игрушки. Здесь снизу просто вот так вот закрепил одной дощечкой. И все. Вот так. Ну, петли простые, рамные поставил. И все. Так, здесь я взял пазик. Вот здесь вот. Для здесь будет штурвальчик и место для, ну, как бы паруса. Ну, в основном здесь, и здесь будет сзади речка для флажка. Делаем дальше. Ну, вот еще штурвальчик сделал быстренько. Просто отрезал круг, сороковка доски. Рассверлил здесь, значит, 8 отверстий по центру. Потом вот из реек 16×16 вот обкатал. Резой тоже получилось круглое. Ну и на клей посадил. И для уверенности еще гвоздями вот прибил их. Вот штурвальчик. Где будет штурвал? Вот на такой детальке тоже. Все же рассверлил, подготовил. Сейчас собирать будем. Между штурвалом и вот этой вот речкой прокладку поставлю из фанеры. Ну, чтобы проворачивало. Вот так вот. Вот поставили мы штурвальчик. Крутится. Все нормально. Сейчас осталось поставить мачту. И сюда речечку для флажка. Здесь все. По краям тоже. Значит, речечку поставил, обкатал, здесь закруглил, с той стороны тоже, соответственно. Вот здесь шток поставили для флажка. Ну и здесь вот мачта парусника. Здесь у них будет как бы парус. Это они все сами будут делать. Моя работа заключается, значит, в этой. Здесь внутри они пленкой, значит, обошьют. И сверху будет песок. Все это закрасится, конечно. Ну вот. Такая, значит, такой, значит, кораблик.